Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев и Кристиан... Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Посмотрим на состав Ювентуса. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев и Кристиан... Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Посмотрим на состав Ювентуса. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев и Кристиан... Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Посмотрим на состав Ювентуса. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Посмотрим на состав Ювентуса. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Спокойствие. Достал красную карточку и предъявил ее всем 22 участникам матча. Красавец! Миролем Пьянич. Дуглас Коста. Хорошо мяч перехватили в атаке. И за боковой Ювентус будет вводить мяч. Дуглас Коста. Снова придется вводить мяч за боковой. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Пауло Дибало. Стоит отметить четкие действия игрока.